вперед, вставай. Видишь, внизу там на резине такая штука, ногой нажимать. Это если что тормоз. Ты им притормаживаешь, ты не остановишь собак. Если что-то начнешь в сторону наносить, кричишь, стоять! А так подбадываешь. Короче, едешь, пизданешься, да и ладно, что тебе? Там мужики, короче, встретятся, не переживай. Обязательно. Не хочет. Герда не идет. Вперед. Герда, вперед. Ни хрена они не идут. Блин, скользко. Сейчас привыкну. А, вон, понеслась. Вот так за ними бегать, правильно. А, они в нашу улицу пошли. Фиг, они никуда не побежали. Правильно, я говорил, на машине надо было ехать. А на машине зачем? Ну, потому что за машиной выбежали. А-а-а. Они ведь в нашу улицу, Герда в нашу пошла и все за ними. Чего вы так? Понимаете? Потому что они пошли бегать по-человечески. Они вот этой фигней занимаются. Не бегай, не видишь нашу улицу, все. Это нам не просто побегать, а вы нас заставляете на салатках. Вот правильно это берем на машине. Давай вперед пошли. Пошли. Пошли, попробуй вперед с тобой пробежимся, может, она с тобой пойдет. Твою мать, блядь. Бегите, девочки, пошли. Мы тоже побегим вперед. Пошли. Еще запуталась, еще запуталась. О, они там еще сейчас Герда понюхают. Короче, давай. Скажи, нахер катайтесь вы сами, блядь. Ну-ка, где она? Ну, вся бы перепуталась что-то. Где это, бляшка-то? Ну, мальчики встретят, называют. Че, прокатилась? Пусть тут твой поводок лежит. Пошли, Гердусик. Ну-ка. Таня, давай, одна пошли. Собака может человека укатить, да? Пошли. Герда, ну не домой. Давай бежать. Ну, Герда. Не хочет, все, она села. Пошли. Каргыз пусть один тогда протянет. Пойдем. Немножко. Скажи, ну не сдавай я собака. Ну, чё, она устала, видимо, набегалась. Она набегалась, конечно. Пошли. Вот ну, так конечно, вот. Так. Пошли бежать. Не надо, пойдем, не заставляй, Оксан. Все, а я с Каргызом вместе поеду. Коза, видишь, что, блядь, не хочет. Ну, вот ты коза! Аргус, маленько, проведи стой, меня. Стой. Скажи, я тоже к ней пошел в гости, да? Вот скажи, мне это тоже нафиг. Стой! Ну, все. Герда не хочет никак. Поедешь один, дружище. Пойдем, Эрика. А ты беги хоть вперед, пойдем. Блин. Давай. Беги вперед! Давай, пошли, давай. Помогай ногами! Помогай. Герда, вперед! Вперед вам. Скажи, отстаньте вы уже от нас! Стой. Ну, один поехал. Короче, хаска набеганная сегодня весь день. Не захотела. Жопу опустила и все, ни в какую кататься не хочет. Но одна вон, как его, Аргыз, потянул. Но это надо, чтобы хозяин. Хозяин знает, как собаку подбадривать. Просто так он пытается все углы обоссать. И бегают. Он далеко пошел. Да, поэтому в упряжке всегда ставят впереди какую-нибудь умную одну, а вторую задорную. Ну, вон дальше хозяйки потащил даже. Куда я снимаю, блин, что попало? Ниже надо было. Катаемся, короче, развлекаемся пока. Сейчас чуть попозже, чуть к 6 часам, поедем в питомник уже, где именно эти собаки содержатся. Там, где их разводят, где их много. Ну, было, по крайней мере. Ну, а находимся вот. Это дачная деревня, скажем так. Кто-то живет через одну где-то улицу. Там живет один, они рассказывают. Там живет один. Ну, вообще, это дача. Улица называется. Номер 93, номер 94. Там всякие. Это представляю, сколько тут улиц еще дальше. Это еще не край. Ну, а тут вот... А, ну вот мы были, речка.
как раз вот она, и дом на реке. Ну, она на хаска бежит, не хочет она, не хочет в упряжке, вот просто вот садится на жопу, и все. Может, сейчас обратную сторону поедет, на паузу пока поставлю. Ну, он хозяина-то везет. Я говорю, надо кричать постоянно, ей надо понимать, что сзади, если не будешь вести, дадут с дюлей. Он сейчас к ней подлезет, по-любому. На, вот хоп-хоп, он сразу прибавляет ход. Ну, с горки так кабыдык-кабыдык. Эта коза даже не собирается, даже не заинтересовалась вообще. Верда, бессовестная. Сейчас у Вовы попросим нарды. Может, меня хоть провезешь. Что там, папа? Ну, папа там идет. Конечно, папа там идет.